с понедельника. Иногда мы думаем, что держим ситуацию под контролем. А что, если все не так, как кажется на первый взгляд? Вы угрожали молодому человеку, который теперь оказался в больнице. Это детектив Трэвис из Техаса. Ищет убийц, мошенников и воров. Они готовят метадон в складском комплексе. Теперь мне нужно его задержать. Если Трэвис оставит свой пост, наступит настоящий хаос. Полиция, руки вверх, покажите руки, быстро. Но хаос уже наступил. Личной жизни. Перестань быть копом хотя бы на минуту. Не могу. Сможет ли он преодолеть все неприятности и выполнить главную миссию? Навсегда избавить свой город от злоумышленников. То, что вы рассказали, вам не поможет. Удивительные приключения, неожиданные повороты сюжета в сериале «Оправдание» с понедельника на ТВ Рус.